Сходит с ума весенний ветер, теплыми ночами ты на главный вопрос ответил. Школа за плечами, день воспоминаний полон. Все друзья с тобою, чувствуешь и знаешь, что у тебя за спиною. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь, винила школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. Все так и сложно, ни год и ни два забыть. Уважаемые гости, снова наступил исторический для школы день, 25 мая. И как хорошо, что такой праздник бывает весной, цветущий, радостный, всегда новый. Для наших выпускников эта весна – начало, уверенное и многообещающее. А в школьной летописи заполнилась еще одна страничка. Сегодня школа закрывает на лето двери, как всегда. Одних из наших выпускает, другим учеба на года. Все ж свободу ощутите, ведь впереди вас воды ждет. Вы в лето с радостью идите, пусть каждый лучший путь найдет. Сегодня школьный прозвучит звонок, который будет не совсем обычным. Прервется нить до череды привычной, когда урок сменялся на урок. Шумят, волнуясь классы выпускные, звенят прощальным эхом голоса. Кораблик школьный поднял паруса, и ждут его теперь пути иные. Сегодня больше всех волнуются главные виновники торжества – выпускники 2016 года. Как долго они ждали этой торжественной минуты, и вот наступил их звездный час. На нашу сцену приглашаются ученики 11 класса и классный руководитель Бочарова Татьяна Ивановна. Thank you.
нами школа, любимая школа, с нами лучший наставник и друг. На нашем празднике сегодня присутствует Апанасова Лариса Александровна, председатель Лудугинской администрации, и Апанасов Александр Иванович, председатель Ореховского сельского совета. Слово для поздравления предоставляется директору школы Буркевич Наталье Ивановне. Дорогие дети, уважаемые учителя, родители, гости, примите поздравления с окончанием учебного года. Сегодня традиционный последний школьный звонок прозвенит в юбилейный 40-й раз. 40-й выпуск сегодня уходит из наших стен нашей школы. Заливистый колокольчик огласит школьную линейку. Ученики с радостным настроением и улыбками будут сегодня расставаться со школой. Кто-то из них только на веселую летнюю пору, а кто-то навсегда покинет стены нашей школы и уже здесь не появится, а ступит на путь взрослой, серьезной жизни. Сегодня у всех, и у учеников, и у учителей, и у родителей присутствует только бодрое и отличное настроение. Пускай звоночек откроет дверь прекрасной поре, веселым школьным каникулам, чтобы успели ребята соскучиться и за друзьями, за учителями, одноклассниками, за родной школой. И учителя успели наконец-то отдохнуть и от уроков, и от тетради. Последним школьным звонком. Сегодня на нашей линейке присутствуют целых 3 выпускных класса. Это выпускники 4 класса, выпускники 9 класса и выпускники 11 класса. Каждый из этих классов преодолел свою школьную ступеньку. Дорогие выпускники 4 класса, вот и настал черед поздравить вас с первым школьным выпускным. И пусть это всего лишь маленькая победа, а не окончание боя. Желаю вам сил и оптимизма для дальнейшего пути познания. Здоровья вам, усидчивости, стремлений к знаниям и много радостных моментов. Желаю накопить мешок крепких и нужных знаний, которые помогут в осуществлении ваших желаний. И сегодня я с удовольствием вручаю виртуальные листы ученикам, ученицам 4 класса, которые этот учебный год, эту ступеньку, в принципе, как, наверное, все 4 года, закончили на отлично и отлично учились в течение этих 4 лет. Похвальным листом за отличные успехи в обучении награждена Бардина Яна Александровна, обучающаяся как старшего образования в Ореховской образовательной школе. Поздравляем, Яночка! Похвальным листом за отличные успехи в учении награждена Бондарева Валерия Дмитриевна, обучающаяся как старшего образования в Ореховской образовательной школе. Похвальным листом за отличные успехи в учении награждена Шпира Елизавета Дмитриевна, ученица Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики, Ореховская образовательная школа. Девятиклассникам я желаю успешно сдать экзамены. За 9 лет вы стали мудрее, многое освоили, многому научились, нашли друзей, подруг, а может быть даже познали любовь. Желаю вам определиться с выбором дальнейшего жизненного пути, со своим жизненным ориентиром. Ну и если для тех, кто захочет покинуть школу, не забывать эту школу и вспоминать ее. Ну и, конечно, приходить в гости. Я смотрю, 9 класс у нас в преддверии экзаменов совсем не волнуются, за них это делают учителя. Учителя очень волнуются, как вы будете сдавать экзамены. Так что мы волнуемся за вас и за себя. Ну, по-настоящему последний звонок прозвенит, конечно же, для наших 11 классов. Дорогие ребята, сегодня прозвенит ваш последний звонок. В его мелодичных переливах останется все. И радость первых побед, и упорная работа над собой, и бессонные ночи ваших родителей, и искренняя любовь ваших учителей.
пусть каждая его трель напоминает вам о светлых днях, проведенных вами в вечно юном храме наук, имя которого – школа. Она тоже не забудет вас, ибо за эти годы она привыкла к вам, и сегодняшний ее день в полон неизбываемой грусти. Ну что ж, ничто в этом мире не постоянно. Вас ждут новые свершения, новые успехи, а нашу любимую школу – новые ученики. Мы поздравляем вас с окончанием школы, желаем вам удачи и благословляем вас на славные дела. Добрый путь, выпускники. Со словами благодарности. Я хочу обратиться сегодня к своим коллегам, учителям. Спасибо за ваше неутомимое стремление передать подрастающему поколению воспитанникам свой огромный багаж знаний и умений, за терпение и доброжелательность, за готовность всегда прийти на помощь, за организованный веселый школьный досуг. Пусть ваш опыт работы и неиссякаемый энтузиазм преданности своему делу продолжают превращать в огонь знаний и искры любознательности в сердцах следующих поколений учеников. День последнего звонка поздравляю всех учащихся с окончанием учебного года. Ну, для кого-то он был более удачным, для кого-то менее. И сейчас я хотела бы с удовольствием поздравить тех учащихся, которые приложили в этом учебном году максимум усилий и закончили этот учебный год на отлично. Итак, мы поздравляем сегодня с отличным окончанием учебного года ученицу 2 класса Корнееву Софию за высокие достижения в учебе. Желаю вам навести лето с пользой и хорошим настроением.
набраться сил и терпения для дальнейших познаний и продвижений. Веселых летних будней, здорового отдыха, ярких эмоций и незабываемых впечатлений. С каникулами вас! Окончательно выступаем! Уважаемые друзья, ученики, учителя, родители, от души поздравляю вас с замечательным праздником, который пришел в нашу школу, в наше село, последним звонком. Сегодня по всей молодой республике прозвучит последний звонок для учеников, и наступят каникулы. Я хочу пожелать вам, чтобы мирное солнечное небо было постоянно у нас у всех над головой. Добра, благополучия нашим семьям. Всего самого-самого хорошего. Ну что сказать нашим выпускникам? Правильно определите их жизнь. Ведь это бывает один раз. И чтобы потом не пришлось сожалеть, а наоборот, только радоваться тому, что сделали правильный шаг. Ну а всем остальным ученикам я хочу пожелать хороших каникул, чтобы они прошли, как говорят, с большим задором и пользой дела для здоровья каждого из вас, чтобы не было никаких проблем ни у нас в селе, ни у каждого из вас в семье. Ну и хочу пожелать нашим учителям, чтобы они в конце концов немножко отдохнули от тех проблем, с которыми они сталкиваются при воспитании подрастающего поколения, набрались энергии, задора для следующего учебного года. Ну и всем нам я еще раз хочу пожелать мирного неба над головой, чтобы выстрелы были только мирные у нас там рядышком недалеко на полигоне с целью подготовки нашей добровольной милиции, которая сегодня защищает молодую республику. И чтобы меньше было сообщений по нашему 24-му каналу о том, что украинские профашисты в очередной раз обстреляли наши мирные населенные пункты, и есть жертвы как среди военных, так и среди мирного населения. Чтобы беда и проблемы 2014 и 2015 года ушли в прошлое, и мы только вспоминали о том, что было жуткое в наших населенных пунктах на нашей территории. Чтобы при поддержке дружественного российского народа республика наша развивалась, появлялись новые рабочие места для наших родителей, и чтобы все это позволило хорошо, качественно воспитывать наше подрастающее поколение. Всего самого-самого доброго! С праздником! Праздник надо ходить с подарками, поэтому спасибо. Мы для школы решили подарить шахматы. Раньше мы дарили мячи, это физическое развитие. Но надо и мозги тоже развивать, а шахматы этому сопутствуют. Начальную школу и переходят в пятый класс. Для них и классного руководителя заклиничной Аллы Адамовны это радостное и одновременно грустное событие. Давайте предоставим им слово. Thank you.
поем, мы мальчишки, мы читаем, умеем книжку. Мы пишем и читаем, но основы знаем. Мы ведем себя культурно, мы не поступаем дурно. Мы в начале нашей школе научились стиле моды. Научились многому, движемся всем новым. Мы друг другу помогаем, как вершины достигать. Мы усвоили программу, коллектив, теперь мы с вами. Мы не терпим лжи и фальши, мы идти готовы. С нетерпением ждет нас повзрослевших пятый класс, но сказать спасибо дружно нам в начальной школе нужно. Мы спасибо громким глазом скажем всем начальным классам, что уму нас всех учили, что путевку в жизнь вручили. Но с нетерпением всех нас, спасибо за папу в пятый класс, вспоминая школьные годы, прощай, люди в начальной школе. За все спасибо и прощай, ты малышей других встречай. Учи, люби и помогай, от всех невзгод оберегай. Чему пенять, таков закон, в начальной школе наш поклон! Почему-то нам грустно немножко, ведь мы четвертый окончили класс. Мы покидаем начальную школу, и беззаботно года пронеслись. Ведь интересной была и веселой такая сложная школьная жизнь. До свидания, милая, добрая. Но просим вас, вы для нас проведите последний раз самый главный урок. Конечно, все мы пока еще дети, но будем жить в наших чистых сердцах. Ваш добрый взгляд, что так ласково светил, и блеск слезинок в любимых глазах. До свидания, милая, добрая. Домой, домой в родную начальную школу, тебе за.
заботно годам пронеслись. Интересной была и веселой такая сложная школьная жизнь. До свидания, милая, добрая начальная. Школа не любит нас, как родные дети. В этот день спасибо мы скажем на прощание. Светлой, доброй, сохрани мы в душе своей. Дорогие наши девятиклассники, поздравляем с окончанием 9 класса. Многие из вас продолжат обучение в нашей школе, а тем, кто решил новую самостоятельную жизнь, мы хотим пожелать легкого преодоления препятствий на пути к намеченной цели. Пусть сегодняшний день будет успешным стартом вашей взрослой жизни. Удачи вам, дорогие наши ученики! Вот и прошли 9 долгих лет, в течение которых учителя и ваш классный руководитель Черняховская Людмила Анатольевна вкладывали в вас душу и знания, растили и оберегали вас. Вы совершите свои первые самостоятельные шаги и сделаете выбор, учиться в родной школе дальше или шагнуть во взрослый мир. Пусть любое ваше решение будет правильным и принесет заслуженный успех. Девятый класс уходит, прощай, девятый класс, ведь в жизни все проходит, прошел и он сейчас. 9 лет мы все учились, все делили пополам, доставалось, правда, часто бедненьким учителям. Учителям, мы любим вас, тоже более, пришли, чтобы сказать, что никогда вас не забудем, часто будем судить. Последний звонок из-за праздник для всех, 9 класса мы преодолели, мы знаем, что гонщик был смех, что вы сами творить захотели. Кто уже не хочет учебу продолжать, мы будем у вас в нашем классе и будем вспоминать. Первый раз мы роком ходили сюда,
Но миг настанет, прозвучит последний звонок, и тогда нам грустно станет от того, что детство ушло навсегда. Беззаботные наши года нам уже не вернуть никогда. Покидая школьный класс, говорим мы до свидания дорогим учителям. Пожелаем на прощание, чтобы все ученики, как и мы, вас полюбили, чтобы новые мечты обретали снова силу высоты. Одиннадцатиклассники, вот и закончилась прекрасная школьная пора. Впереди у вас экзамены, неумолимо идет время, отсчитывая секунды, минуты, часы, месяцы, годы. Кажется, что это было очень давно, когда вы робко и неуверенно вошли в первый класс. Тогда для вас все было впервые. Первая учительница, первое прочитанное слово, первый звонок, первые радости и огорчения. Первое открытие на этой планете вы совершили с человеком, который имеет прекрасное звание на Земле, первый учитель. Его первого учителя люди помнят всю жизнь, вспоминают о нем с благодарностью. 11 лет назад, дорогие выпускники, вас встретила и проводила на ваш первый урок ваша первая учительница, Власюк Валентина Петровна. Вам слово, одиннадцатиклассники. Прозвенел нам первый раз, когда вошли с цветами в школу, в свой самый лучший первый класс. Как встретил учителей учитель, нам верный друг на много дней, и шумная семья большая, подружек новых и друзей. Садясь за парту осторожно, чтоб школьной формы не измять, мы азбуки свои раскрыли чистую тетрадь. Весна, и нам сегодня не до сна. Сегодня очень важный день для всех, для нас. Звонок последний прозвенит, и жизнь вас нас загружит. Но школу вспомним мы с тобой еще не раз. Буква и радость, первый класс, на тему дружбы классный час. Рассказ о том, как трудно в жизни одному. И мы секрета не тая, хотим сказать своим друзьям о том, что мы не говорили никому. Мы знаем точно, что жизнь не мед, но вместе легче друг мой не подведет. Ну а если все же нас разлучит судьба, мы помним, дружба навсегда. 11 прекрасных лет, сквозь радость маленьких побед вели родители нас и учителя. Не обошлось без мелких ссор, и часто мы вступали в спор, но мудрым стать порой без глупости нельзя. На школьной парте просто так какой-то маленький остряк оставил надпись «Место здесь не занимать». Мы ждали этот день давно, но почему-то нелегко, прощаясь с детством, свое место уступать. Мы знаем точно, что жизнь не мед, узнать бы, что нас дальше с тобою ждет. Без чьей-нибудь подсказки мы через много лет напишем правильный ответ. У всех слезинки на глазах, девчонки с пушки на шлифах. Всем очень грустно расставаться навсегда. Но мы придем еще сюда, наступят взрослые года. Мы нашу школу не забудем никогда. Юрист, и врач, экономист, спасатель, летчик, журналист. Совсем немного и исполнится мечта. Мечте навстречу мы спешим.
пишем вам до свидания, говорим, не забудем эти годы никогда. Мы знаем точно, что жизнь не мед, но мы прорвемся, нам с тобой повезет. И нашу школу в сердце нежно мы сбережем, и к вам не раз еще придем. И к вам не раз еще придем. И к вам не раз еще придем. Можем мы здесь прикоснуться? Можем увидеть здесь чудеса. Остановиться и оглянуться. И посмотреть прямо детству в глаза. Гости из детства первоклассники пришли приветствовать выпускников. Встречайте учеников первого класса. Последний раз. И будь...
представитель Лубынской администрации Апанасовой Ларисе Александровне. Я хочу вас поздравить с последним звонком, а десятиклассникам хочу пожелать легкой дороги, хорошей учебы, выбрать свой путь в жизни, найти свою семью, любви вам большой, а деткам, первоклассникам, хочу пожелать через 10 лет стоять на этом месте, вместо десятиклассников, ну, выбрать свой путь тоже. И вам всем, ребята, хочу пожелать лета хорошего, спортивных достижений вам, чтобы все занимались со спортом, потому как наша молодежь сейчас очень слабенькая в спорте. Ну, вам всем удачи и здоровья. Последний звонок, прощание с детством. Последний звонок звучит только раз. В школу вы идете с огромным наследством, что светится знанием из умных глаз. Последний звонок. Как же это печально. Последний звонок. Он счастье венец. Вы в школу когда-то пришли не случайно. И знайте, что в жизни еще не конец. Последний звонок. Это только начало. Для тех, кто уверен, что знает свой путь. И пусть ваше детство уже отзвучало, вы можете в будущее свое заглянуть. Наша школа – это одна, большая, дружная семья. Мы все друг друга знаем, любим своих учителей. Сегодня ученицы 5, 7, 8, 10 классов подготовили для всех сюрприз – флешмоб. Thank you.
нам пора идти урок. Потом экзамены, волнение, выпускной. А хочется еще немного поучиться в школе нам родной. Но ждет уже другая нас дорога. Мы разбежимся то куда, и больше не увидимся возможно. Другие, может быть, увидим города, но то, что было в школе, забыть нам невозможно. И вот уже услышим этот звук, и звук звонка над школой пронесется. И, унимая сердце стук, мы понимаем, что назад уж больше не вернем. Вот и пришла пора прощания, звенит напутственный звонок. Мы скажем, школа, до свидания, ему свой час, ему свой срок. Мы не торопимся проститься, и во сто крат теперь милей нам станут образы и лица родных своих учителей. Ты по всем скучаешь, а
последний звонок, простыли слезы. Взрослая жизнь сменила школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы. Учителям подарим розы. И все-таки сложно ни год и ни два забыть. Последний звонок, простые слезы. Взрослая жизнь сменила школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы. Учителям подарим розы. И все-таки школа, мы будем тебя любить. Мы будем тебя любить. Мы будем тебя любить, мы будем тебя любить. Вот как был сегодняшний праздник. Но прежде чем прозвенит последний звонок, по сложившейся традиции выпускники должны дать клятву верности родной школе. Внимание! Выпускники 2016 года! Мы, выпускники 2016 года, торжественно клянемся быть верными своей школе. Клянемся! Не забывать своих учителей и одноклассников. Клянемся! Добиться успеха в жизни, чтобы родная школа могла нами гордиться. Клянемся! 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 Ну вот и подошел к концу наш маленький праздник. Пусть каждый присутствующий участник запомнит наш двор, нашу школу, детей. В школу вернется опять поскорее. Кому-то еще предстоит поучиться и осенью снова сюда возвратиться. А кто-то детей приведет в первый класс. Снова начнется учеба для нас. When I need to run away from all the people.
время пробежало, вот уже и повзрослели мы, и осталось времени так мало. Знаешь, расстаемся сегодня мы в последний раз. Еще не раз мы вспомним эти дни, как жаль, что не вернуться к нам.